видеть вас здесь, в этом зале, с пожеланием здоровья, добра, благоденствия, благополучия и мира. К вам сегодня Центральный клуб Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сегодня мы к вам привезли замечательного артиста, которого вы все знаете. Но вы не знаете его как доброго, искреннего, открытого, очень скромного человека, потому что всегда группа «Лесоповал» — это Сергей Коврик, это «Я люблю тебя, друг, у пруда, под Москвой», да? Все это песни поэмы, знаем и любим. Вот, а в жизни он другой. Он такой же, как и мы с вами. Настоящий стержневой наш. Прежде чем начать концерт Сергея, я хочу вместе с вами вернуться на один день назад. Вчера было 28 лет выводу войск из Афганистана. Очень многие прикоснулись судьбой к тем страшным событиям. И сегодня ночью я писала специально для вас стихи, которые прочитаю. Потом прозвучит песня «Мой друг служил в Афганистане». Есть такая работа, и мы ее делаем. Честь служить своей родине выпала нам, офицеры России. На головы смелые от души белой краски блеснула война. Офицеры России, судьбоносными знаками небо нам завещало мир хранить на земле. Но опять память сердца бросает в атаку и ночами во сне воскрешает друзей. Мы встречаемся редко, и то не по праздникам. Там, где мы, не бывает беспечных минут, мы похожи, но все-таки разные. Мы уходим, но помним, что дома нас ждут. Мы в пути. По судьбе так у нас получается, что родных вспоминая, мы живем на войне. На могилах отцов травы в пояс качаются, вместо нас поклоняясь родной стороне. Если пуля, то пусть пролетит, не воротится. Если бой, Боже, дай нам его пережить, пусть за нас у икон наши матери молятся. Офицерам России век России служить. Ну и сейчас мы ушли. Каменистые тропы будут помнить до первых дождей наши злые следы у окопов, наших в небо ушедших друзей. Ничего вроде не изменилось, лишь тоска резанула глаза. Это в прошлом уже. Это было, и нельзя никому рассказать. Ни травинки, лишь небо и камни. Сигарета одна на троих. Мы контуженные, израненные. В тех горах не бросали своих. Мы ушли. До сих пор непонятно, кто мы, дети той страшной войны. Мы герои? Мы белые пятна в биографии нашей страны. Мы бермудские треугольники в жесткой схватке беспамятных лет. Рядовые, сержанты, полковники, те, кто живы, и те, кого нет. Тишина. Новостные страницы журналистам зашили рты. Мы ушли, но нельзя возвратиться душам, рвущим брезент высоты. Шурави, соберемся, помянем. Сердце чаще не здесь, а там. Вы сегодня, ребята, с нами, и вы живы. Спасибо. Бьет тишина, пусть говорят, что не
нужна была афганская война. Он честно выполнил свой долг. За что же это его страна? Он не захватчик, он твой сын. Он у тебя такой один. Со смертью пил на брудершафт. Он до войны соседку Таню носил на жилистых руках. Она с другим, она другая, а он сумел ее понять. Без рук, сказал он, улыбаясь, я не смогу ее отнять. Пусть говорят, что не нужна была афганская война. Он честно выполнил свой долг. За что же ты его страна? Он не захватчик, он твой сын. Он у тебя такой один. России, самых ближних, вы собрались сегодня здесь. И я надеюсь на то, что мы с вами сегодня станем, мы уже с вами стали друзьями. И обязательно сегодняшний день когда-то у вас всплывет в памяти, потому что все вот такие мгновения, такие встречи остаются в душе и укладываются на свою полочку. Доставайте иногда, любуйтесь, вспоминайте и будьте счастливы, здоровы и любимы. Но сейчас для вас, дорогие друзья, песня «Когда друзья приходят в дом». Люблю ее петь, я всегда в зале для вас. Я смотрела за прокинув голову в силу. Забывает, и забот он над собой хватает, и всех не перечесть, как друзья приходят в дом. Теплее в нем, уютнее в нем, я не жалею ни о чем. Когда друзья приходят в дом, когда друзья приходят в дом, теплее в нем, уютнее в нем, я не жалею. Когда друзья приходят в дом. Ранним утром и поздним вечером скрипнет дверь моя. Будем рады долгожданной встрече мы. Стол накрою я. Сидим о чем-то болтаем. Возьмемся и поговорим. Еще я знаю.
теплее в нем, уютнее в нем. Я не жалею ни о чем, когда друзья приходят в дом, когда друзья приходят в дом. Теплее в нем, уютнее в нем. Я не жалею ни о чем, когда друзья приходят в дом. Я думаю, тогда, если вы немножко со мной танцуете. Я могу давать ответ для всех присутствующих. Для друзей, от друзей. Алексей. Ой, хорошо ведет. Как он танцевала, танцевала. Для друзей приходит в дом. Теплее в нем, уютнее в нем. Шарик нас не мертвит, а камера ни о чем. Когда друзья приходят в дом, когда друзья приходят в дом. Теплее в нем, уютнее в нем. Я не жалею ни о чем, и нас. Когда друзья приходят в дом. Я не жалею ни о чем. Еще раз, когда друзья приходят, но закачают. Стойте. Вот сейчас держите свисток, но он пойдет сейчас. Великолепно! Алексей, спасибо, спасибо, спасибо. Ну вот, да, на всякий случай, меня зовут Наталья Бондарева. Ну, Александр Иванович скажет в конце, наверное, нашей программы. Александр Иванович, ну что, начинаем? Приглашаем? Друзья, ну а сейчас на эту сцену выйдет легендарный голос группы «Лесоповал». Группа, которая пела песни Михаила Танича, которая, пожалуй, звучит в каждом доме, звучала и будет звучать. И этот голос, волшебный голос Сергея, он тоже в душе у каждого из нас. Я не буду занимать это наше время, потому что я очень хочу, чтобы он пел для вас сегодня и пел ваши любимые песни, и пел много. Итак, встречайте, заслуженный артист Украины Сергей Кубрик! Добрый день, дорогие друзья. Я от всей души приветствую вас. Конечно же, желаю всем приятного отдыха, хорошего настроения. А также, конечно же, поздравляю всех нас, наверное, с наступающим праздником, 23 февраля. Конечно же, не могу не вспомнить про годовщину вывода войск с Афганистана. В общем, тоже для нас это событие очень серьезное. Ну что ж, песня, которую я сегодня вам спою, это песня, которую вы хорошо знаете по моей работе 15-летней с Михаилом Таничем. Ну и, конечно же, покажу новые песни, уже три альбома мы записали, уже немного расскажу, кто не знает, в 2008 году, когда ушел из жизни Михаил Танич, я покинул коллектив и, в общем, стал существовать как отдельная творческая единица, скажем так. Выпустил уже три альбома и сегодня, в общем, покажу эти новые песни тоже. Ну, а начну я, пожалуй, с песни, которую вы хорошо знаете, подпевайте мне. Она называется «Я куплю тебе». Правильно, дом. Да, правильно. Лучшая награда для артиста – это ваши аплодисменты. Привет, друг. А белые лилии, все на пруду,
никого, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой славу. Не предавал, не убивал. 10 заповедей. Не предавай!
водку для вас в натуре пасу. Я соблюдаю без вранья, а десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а десятая не прихоть, а профессия моя. Не предавай, не предавай, не убивай, не убивай, не пожалей, а до последнюю маску. Спасибо, Наташа, спасибо большое. Ну что ж, наверное, всем нам я хочу пожелать, чтобы в нашей жизни всегда с нами рядом были наши верные друзья. Следующую песню посвящаю именно им, всем нашим друзьям. Она называется «Было трое нас». Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаем
все без боя, три мальчишки с московских дворов. Большинство песен, в общем-то, и группы «Лесоповал», и большинство песен, которые я пою сейчас, конечно же, они посвящаются нашим дорогим и любимым женщинам. А уж вот эти, как я их так называю, ругательные песни про сотрудников полиции, поверьте, это все второстепенное, в общем так, чтобы было к чему придраться. Вот, в основном, конечно же, это песня о любви, а женщина, конечно же, лирически. Дорогие женщины, следующую песню я посвящаю именно вам. Это моя новая песня, называется «Хризантемы белые». Скажу, люблю.
Спасибо. Да, что у нас по программе «Хризантемы белые», потом «Ветка мимозы». Но, естественно, где любовь и женщины, там, конечно же, и цветы. Следующая весенняя песня также посвящается именно вам, дорогие женщины, и называется «Ветка мимозы». Конечно же, теперь о грустном не могу не вспомнить, в общем-то, недавние события с нашим самолетом Ту-154, в котором погибло много моих друзей, ребят-александровцев. В общем-то, для меня это трагедия личная, потому что мы с ними сотрудничали, у нас есть несколько писем при участии хора имени Александрова. Вот. И, конечно же, я не могу не вспомнить про следующую песню. Вообще, хочу сказать, что всех-всех нас объединяет то, что мы с вами живем в потрясающе красивой и огромной стране, которая называется Россия. И следующая песня называется «Россия, Родина моя». Чем листва
свете запрелеет слегка голова. Напои родниковой водою, на часок у мою местогу. У нас судьба обвенчала с тобою, без тебя прожить не смогу. Россия, родина моя, моя любовь, моя отрада. Россия, родина моя, другой мне родины не надо. Твои леса, твои поля, все то, что дорого нам с детства. Россия, родина моя, живешь ты в каждом русском сердце. Прислонюсь я к березе щекою, заблужусь я в ржи золотой. Словно лебеди ранней весной. Пусть немало пройду я за годы, но в душе я себя заберегу. И я твоею бескрайней свободой надышать никак не могу. Именно вот этого легендарного хора Александрова. А, что ж, в общем-то, наша недавняя поездка гастрольная на Северный Кавказ. Мы давали там несколько концертов для сотрудников МВД. А, и есть у меня в репертуаре такая вот песня, которая посвящается ребятам, погибшим в Чечне. Она называется «Был пацан». Если опыту 20 лет,
а кругом вообще война. Он вырос на той войне, на людей не имея зла, и достало его в Чечне пуля с ночи из-за угла. Он был под сорвением пацана, без него на земле весна, и шаг не давал им куда-то за этого пацана. Он был под сорвением пацана, без него на земле весна, и шаг не давал им куда-то за этого пацана. А у матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог спасал, и до следующего письма. И упал он за место нас, было мало 20 лет. Правда есть, но момент этот раз Бог молил, а знай-то нет. Был пацан, и нет пацана, без него на земле весна, и шапки домой, и куда-то за этого пацана. Был пацан, и нет пацана, без него на земле весна, и шапки домой, и куда-то за этого пацана. Тут, ну, наверное, военный блок песен. Вообще, я хочу сказать, что, наверное, каждое поколение у нас сталкивается с какими-то войнами, да, там, начиная, ну, грубо говоря, с Великой Отечественной войны, потом Афганистан, потом Чечня, потом Украина, Сирия, в общем-то, где мы недавно, в общем-то, я оттуда тоже прилетел, и уж так, не знаю, случайно или нет, получилось, что ребята александровцы, которые туда не долетели, в общем-то, мы первые, которые полетели туда, на эту базу Хмеймим. Ну, не знаю, наверное, такое совпадение. И вот как раз-таки следующая песня называется «Война не мамка». Мы тянем лямку туда,
и будет мир. Жил в Москве, я родился, гитарист и хулиган. Но в моей судьбе случился полыхающий афган. Спину рации я сгибала, в каске пухла голова, под Кабулом подпевала мне десантная братва. Туда-сюда, война не могла, она беда. Вот под моим закатил ты ее, сынок родится, и будет мир. Вышел целым из Афгана, сын родился у меня. Но потом свои капканы понаставила Чечня. Сколько сил за КВС посылает мне привет и поет по кудр местам старый дедовский куплет. Ах, Родина Россия, сколько вытерпеть смогла. Раз ты не просила, мой свет уберегла. Что не сын почти что каждый, то боец, то командир. Ну ответь, скажи, когда же будет этот самый мир? Туда-сюда, война не могла, она беда. Вот на двоюге захотим мир, сыном родиться и будет мир. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, мир он обязательно будет, и я в этом мире всем, в общем-то, как и все мы, наверное, все друг другу желаю счастья. Счастье, оно для каждого свое. А что есть счастье, я вам спою в следующей песне, которая также и называется «Что есть счастье». Это просто проснуться с утра, стать
с утра. Встать пораньше, Господу Богу, слава Богу, сказать, как вчера. Счастье — это всего понемногу. Это просто проснуться с утра. Встать пораньше, Господу Богу, слава Богу, сказать, как вчера. Ну что ж, следующая песня, а вообще, наверное, к сожалению или к счастью, не знаю, в жизни получается так, что мы рождаемся и вырастаем где-то в одном месте, а жить нам приходится по независящим от нас причинам абсолютно в другом. И следующая песня, песенка «Ностальгия», как раз об этом, называется «Улица». Пройдя на тихой улочке своей, здесь вместе с мамой, и я гулял мальчонкой, здесь находил я преданных друзей. И в первый раз в любви своей девчонке я здесь признался в свете фонарей.
Ну, что ж, в общем-то, как я уже и говорил, что большинство моих песен, конечно же, посвящается нашим дорогим и любимым женщинам. Да и вообще говорят, что не бывает некрасивых женщин, да? А бывает только... Нет, я понял, о чем вы подумали, но нет. Бывают такие мужчины, которые по достоинству эту красоту оценить не могут. А я могу. Да, без логики причем. Поэтому в следующей песне, дорогие мои женщины, каждый из вас, всем-всем говорю, какая ты красивая. Сердце похоже украли, когда я повстречался с тобой, словно звезды под ноги упали, и качнулась луна над землей, смогла скрипка притихли все пары, когда ты мимо столика шла, и дрожала, дрожала струна на гитаре, и звенела душе тишина. И дрожала, дрожала струна на гитаре, и звенела душе тишина. Какая ты красивая, красивая, красивая. И сердце замирает, глядя на тебя, какая ты красивая, красивая, счастливая. Но почему в душе твоей нет места для меня? Как когда-то великий да Винчи Мону Лизу с любовью взял, как я очарован и нынче этот взгляд и улыбку поймал. Или мне это только приснилось, жизнь обманула, но такова жизнь. И я прошу, не спешить, не спешить, сделай милость, а счастлив, обрелись, улыбнись. И я прошу, не спешить, не спешить, сделай милость, а счастлив, обрелись, улыбнись. Какая ты красивая, 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 и сердце замирает, глядя на тебя, какая ты красивая, красивая, счастливая. Но почему в душе моей нет места для меня? Но почему в душе моей нет места для меня? Какая ты красивая, какая ты красивая, красивая моя. Спасибо! Спасибо большое. Хорошо сидим? Ну что ж, посидим, пацаны. Пацаны, все плохое
суда. Посвятили подставы с этой хитрой закуской. Вспомним каждый окон и о чем-то своем. И по новой нальем нашей великой русской. И про молодость нашу и громко споем. Пускай дождется Божьего суда. А может быть, неправильные люди, и может ошибались иногда. Но все, что с нами было и что будет, пускай дождется Божьего суда. Стоял над пропастью, по молодости была, и понимал, и понимал, еще был шаг и пропал. Но видно, ты меня об этом попросила, и не упал, и не упал, и не упал. Давайте каждый выберем звезду, а не сглядеться нам с вами рановато. Простите всех, кто за нами не в ладу, держитесь на поверхности, ребята. Простите всех, кто за нами не в ладу. Стоял над пропастью, не вдалеке осхаю, и вдруг услышал, вдруг услышал голос: не спеши. И устоял, чему я вам желаю от всей души, от всей души, от всей души. Давайте каждый выберем звезду, а не глядеть нам с вами рановато. Простите всех, кто за нами не в ладу, держитесь на поверхности, ребята. Простите всех, кто за нами не в ладу. От всей души, от всей души,
держитесь поверхность, ребята. Простите всех, кто с нами не в ладу. Спасибо. Держитесь на поверхности, ребята. Ну что же я могу сказать? Вообще, конечно же, если в жизни ко всему относиться с оптимизмом, то все, оно будет и хорошо. Это как у артистов. Если артисты пессимисты, у них зал наполовину пустой. А если артисты оптимисты, вот такие, как я и Наташа, у них зал всегда наполовину полный. Ну, так что вот так уж к этому относиться. «Смоги» называется следующая песня.
Ну что, следующая песня относительно новая, но слова мне очень простые. Запомните сразу, поем вместе со мной. Песня называется «Так, так, так». Так, 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 так и так, так. Так, 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 так и так, так. Запомнили? Так, 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 так и так, так. Так, 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 так и так, так. Дядя Саша обучал меня жизни с Вовкою. Он по полной наливал с полным с расстановкою. Дядя Саша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил, если пьешь, закусывай. Три туза, три короля выдавал на руки. Дядя Федор чуял пасть и гадал немедленно. Говорил, чтоб не попасть, подрезай уверенно. Дела кормлю дочку. Она меня любила, вспомнишь, я всю вас пойду. Помню, вот только говорил, сделай так, а то уйду. Так, 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 так и так, так. Так, 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 так и так, так. Большое, мои дорогие. Что ж, ну, в общем, такой веселой ноте я уже, наверное, хотел закончить наше выступление, да, но было бы, наверное, логично с вами закончить тем, с чего мы с вами сегодня начали. Тем более, что спели вы не очень, мягко говоря. Хотя слова все знают, знают точно. Давайте договоримся. Да, белый рыбь на пруду, конечно же, я пою первый припев, да, а вы поете второй. Договорились? Хорошо, я куплю тебе дом. Поехали. Из того, из любого.
еще лучше. А пока ни голова, а ни двора, и не сада. Чтобы мог я за ручку тебя привести, угадаем с тобой самому. Небесный номерок из шести угадаем с тобой самому. Мне не надо наш небесный номерок из шести. Куда себя я приведу? А мало шансов у нас, кто мужик, барабанщик, что не дает шары управляя лотом. А мне сказала номера, я скрываю. Которые нам выпадет дом. Мне сказала номера, и я скрываю мальчик, на которые нам выпадет дом. Аплодисменты за теплый привет. Но уже второй раз говорю, что концерт качается. Нет. Никто не уходит. Хорошо. Так по-хорошему не разойдемся, короче. Ладно, ну. Самая красивая это ты. Наливай, да пей. Что? ДПС, ну и, по-моему, песню даже не я пел. Я даже, честно говоря, не помню, в каком году она вышла, помню, в начале 2000-х. Просто есть такие песни, которые просто забыты временем. Вот. Ну и другую замечательную песню вспомнил. Вы знаете, когда я только-только ушел из группы, это был 2008 год, я уже об этом говорил, и вот на каком-то из сборных концертов я познакомился с Александром Сергеевичем Морозовым, такой замечательный композитор, в общем, автора многих хитов. Он ко мне подошел за кулисами и говорит: «Серега, а у меня не было ни репертуара своего, ни своих песен, то есть вот что мне запомнили, только осталось и все». Он говорит: «Серега, вот ты 15 лет пел песню «Белый лебедь на пруду». Давай, ну эта песня лесоповальская, давай ты ее оставь, а я тебе напишу твоего белого лебедя, который будешь петь только ты и больше никто». Ну, я, конечно же, согласился, потому что, наверное, ну, каждому артисту со счастьем, наверное, работать с такими авторами, как Александр Сергеевич Морозов. Ну, и понимая всю ответственность, чтобы нам не ударить лицом в грязь, как говорят, да, нам, ну, лучше, наверное, написать невозможно, но сделать, во всяком случае, не хуже, чтобы потом не было стыдно за свою работу. Ну, вот на свой страх и риск мы все-таки попробовали это сделать. Песню, чтобы не повторяться, мы ее назвали не «Белый лебедь», а наоборот «Лебедь белый». И сейчас я представляю вашему вниманию. Перебитым крылом
злость, и я его понимаю. Он в тумане найдет за морями свой дом. Время лечит сердца, остаются лишь шрамы. Не могу объяснить, что сегодня со мной. Вспоминаю себя, светлый взгляд своей мамы. Поутру улетит белый лебедь домой. Улетит, улетит лебедь. За звездой своей синей, значит, сбудется все, все, что сбудется. Упадет, словно снег на листы белый иней. Упадет, словно снег на листы белый иней. Я вернусь, я вернусь, а сейчас мне уйти. Суждено. Я вернусь мне не раз, так цыганка гадал. Будет все у тебя, не сейчас, а потом. Будет счастье у нас, мне поверь и немало. Будет дом и сирень под высоким окном. Улети, улети, за звездой, за звездой, своей синей. Значит, сбудется все, все, что сбыться. Каждый раз, когда мы приезжаем в главный клинический госпиталь с концертами, я вижу, как люди оживают. Они забывают о своих болезнях, они забывают о том, что сегодня утром проснулись то ли с головной болью, то ли раны болели, то ли душа болела. Когда они приходят на концерт, они, ну, здоровее становятся, они легче становятся, они светлее становятся. И это благодаря не только Центральному клубу МВД России, это благодаря артистам, которых мы сюда привозим. Сегодня здесь работал легендарный голос Лесоповала, заслуженный артист Украины Сергей Куприк.
все его узнают по одной только фразе. «Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье». Только говорит, что Сергей Куприк. Так вот, сегодня Сергей Куприк был здесь, в главном клиническом госпитале МВД России.